А вот в Исландии уравняют зарплату мужчин и женщин. Правительство страны планирует ввести специальные стандарты оплаты труда. По новым правилам заработанная сумма для всех должна быть равной, независимо ни от пола, ни от сексуальной ориентации, ни от этнического происхождения. Полностью преодолеть это финансовое неравенство планируют до 2022 года. По данным Евростата, во всех странах ЕС мужчины зарабатывают больше.